Честно говоря, вот, допустим, опять-таки приводя пример с Олимпиады в Сочи, я там побывала. К сожалению, не была на Паралимпиаде, но я увидела, что наша инфраструктура там приближена ко всем приятнейшим условиям для наших инвалидов. Что касается там, всех других городов, наверное, все не так благоприятно. Конечно же, хочется, чтобы мы гораздо больше внимания уделяли людям с ограниченными возможностями. Например, у меня недавно был случай, я выходила из университета, а я учусь как раз со спортсменкой, которая является инвалидом. И, естественно, она попросила меня помочь, потому что невозможно было ей спуститься. То есть я считаю, что вообще в нашей стране такое недопустимо, потому что мы являемся величайшей державой и должны заботиться о всех людях на равном уровне. Так что